В минувшие выходные свой 149-й день рождения отметил город Голицыно. Организаторы приготовили для гостей различные мастер-классы и танцевальное шоу. Обязательная часть праздничной программы – церемония награждения молодых талантов и выдающихся спортсменов Голицыно, а также жителей, внесших существенный вклад в развитие своей территории. Заслуженные награды в честь Дня города получили более 40 человек, рассказал глава Одинцовского округа Андрей Иванов.